ополченцы нам вот это все свою отдавали. Самое главное сейчас это информация. Ее у жителей Мариуполя практически нет. Не работает мобильная связь и радио. Многие до сих пор не знают об открытых гуманитарных коридорах на выезд из города. В самом Мариуполе стали появляться волонтеры, которые обходят подвал за подвалом, рассказывая людям о пунктах организованного выезда. Бензовоз будет завтра. А сюда привезут? Да, привезут сюда на эту заправку. А какой объем острова привезут? Те, кому удалось самостоятельно вырваться из города на своих машинах, выстраиваются в длинные очереди на заправках. Бензина катастрофически не хватает. Брали на села. На села брали. 20 литров. Да, на 20 литров на человека. Да. Когда мы собирались уезжать из Мариуполя, Сергей попросил передать весточку матери и отцу в Донецке. В записке всего несколько слов. Мы живы, скоро увидимся. Люблю. Станислав Бернвальд, Андрей Потапов, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести. Донбасс.